Индустриальный пейзаж, портрет или фэшн-фотография. Оставьте терминологию критикам. Автор этих работ вообще не любит всяческие названия. Даже фотографом себя не именует, ну если только начинающим. Здорово, что начинающий. Начинающим я хочу быть всегда. Почему? Потому что начинающий как раз вот дышит и живет и развивается. Тот, кто дошел до какого-то предела, тот становится сухарем, ломается, заболевает и умирает. Железнодорожные рельсы, деревья, застрявшие в песках, или просто лица людей – все это мгновение вечности. Именно так называется новая выставка, открывшаяся в галерее «Листок» в Южном Бутове. Каждая фотография – нет, не отражает реальность, показывает, какой еще она может быть. Собственный мир – больше, целая вселенная. И чтобы ее увидеть, такой не обязательно иметь при себе супер-диджитал-камеру. Также можно пойти в музыкальный магазин и купить себе скрипку. А вот широко открытые глаза, способность ощущать и чувствовать, без этих проводников вселенную не открыть. Илья Изачек Исаев, прежде чем сказать «снимаю», успел и в армии картошку почистить, и в офисном кресле посидеть. Каждый выбирает свое комфортное существование по-любому, да? Даже если это кажется вроде невыносимо вот так жить, но все равно попе тут теплее. Не его схема. Живу здесь и сейчас. Сегодня фотография, завтра может быть снова дизайн. Ведь все это лишь мгновение вечности, успеть увидеть которое можно до 13 мая. Ольга Шерстобитова, Сергей Бруй, телекомпания «Юго-Запад».